Так, всем привет. Когда я познакомилась с метафорическими ассоциативными картами, мне очень сильно захотелось рассказать вам всем об их удивительной способности вытаскивать из подсознания прошлый опыт. И я сразу стала снимать для вас экспресс-расклады, чтобы вы познакомились и попробовали описывать карты. Думаю, что вы справились успешно с этой задачей. И сегодня, смотрите, я приготовила для вас аж 3 колоды. Сделаю экспресс-расклад на 3 карты. Искренний разговор обо мне. Каждой карте мы зададим один только вопрос. На что в моей жизни указывает эта карта? Так, как вы можете получить свои карты? Пока я перетусовываю, вытаскиваю, я вам сейчас быстренько расскажу. Надо стать участником группы «Диагностика и корректировка отношений по МАГ» ВКонтакте и написать под закрепленным постом «Хочу расклад». И написать 3 цифры от 1 до 100, любые, какие вам придут в голову. Я по этим цифрам выберу из колоды карты для вас и отправлю вам в личном сообщении. Отправить могу в WhatsApp, ВКонтакте, в Одноклассниках. Если нужна будет консультация личная, в WhatsApp и по Skype тоже могу с вами поработать. Итак. Смотрим на карты и отвечаем на вопрос. Вопрос 1. На что в моей жизни указывает эта карта? Итак, давайте знакомиться. Я боюсь воды. С мамой мы большие друзья, и с моими детьми тоже, с моим мужем, с которым я сейчас живу, с мужчиной. Да, у нас с ним хорошие отношения, но он постоянно смотрит, а что же скажет мама. Что у вас? Пишите, жду комментариев одним предложением на каждую карту в 3 словах. Всем пока!